Комментарии, которые останутся без ответа, попадут в следующий ролик. Всем привет, вы на канале ArmGamer, меня зовут Арман, и сегодня, ребят, со мной Рудник, поздоровайся. Всем привет. Ребятушки, сейчас у нас будет небольшой челлендж. В общем, мы сегодня попробуем выпускать как можно больше этих гоблинов. Посмотрим, что из этого у нас получится. Давайте я скину вот запросик. Никита, давай, принимай. О, отлично, надеюсь, это ты принял. Да, это принял я. Ура! Ребят, вы прямо сейчас поставьте лайк, потому что если вы вот прямо сейчас поставите лайк, то у вас гарантированно будет супер магический сундук, и из него выпадет легендарная карточка, так что обязательно сделайте это. Это действительно работает, многие проверили и убедились в этом, так что сделайте это прямо сейчас. Ну, а мы сначала должны как бы сносить башенки, эти вот маленькие башенки друг у друга, ну, а потом уже переходить к... созданию армии гоблинов. Вот как-то так. Надеюсь, это у нас получится. Такс. Сейчас... Я, в принципе, все. Я справился с твоей одной башней. Мне вторую тоже ломать, да? Да, только ты дефайся тоже. Нормально, нормально, не переживай. Все. Мне тоже как бы надо дефаться. Самое главное, мне говорит, а сам не дефается. Ну, мне просто нечем дефаться от твоего гиганта. В смысле? У тебя столько гоблинов, ты говоришь, тебе нечем дефаться. Ну они слабенькие там. Ну нифига себе слабенькие, они мне по полбашни сносят, особенно бочка. Ну против бочки, башни, это гоблины нормально, вот. Но против гиганта как бы... Нет, ну, тем более, когда сзади того. Там. О, давай, давай. Я тут уже попытаюсь потихонечку вот коллекторы поставить, посмотрим, что из этого получится, смотри. Слушай, у меня... Вопрос такой, давно сделали такую фишку, что и я 9-й левел, и ты 9-й левел? Ну это как бы, так, ну типа, как сказать? Уравновешивают соперников? Режим этих, ну в общем, ребят, вы напишите в комментариях, посмотрим, кто из вас знает, почему мы оба 9-го левела. Слушай, у меня голема нет. Ну, нормально, сейчас придется тебе дефаться. Ну я буду дефаться, ты пока своей помпой... Угу. Клонируй их, ставь как можно больше. Ты, кстати, я разбрал? Да, взял, только ты там дефайся. Да, успокойся. Да у тебя 1000 хп остается на башне, ты чё? Ты понимаешь, я хочу создать интригу, чтобы у меня вообще 1 хп было, и я пытался задефаться как можно жестче. Нормально. Так. Ты так отреагировать не успеешь, а у меня опы. Прикинь, то просто вот на коллектор скидываю клоуспелл. Нормально, да? Ага. 22 секунды у нас остается, в принципе. Нормалек, нормалек. Надо было мне еще эти запчики всякие взять. Ладно. Mm-hmm. Так, клоунспелчик, сейчас пойдете, да? О! Лови в ответку. Ууу, круто. Ну пока что ты можешь моих гоблинов убить. Если что. И тебе разрешаю. Ва. Ни хрена себе интрига. Оп, смотри. Опа! Ребят, вы в комментариях обязательно напишите, сколько у нас получится создавать гоблинов. Вот, посмотрим, кто из вас будет в первую очередь написать это. Ты там дефайся. Ой, тише. Фу. Отлично. Так, гоблины против гоблинов. Какой у меня левел гоблинов? Почему мне не пока... А, 9-й тоже. Здорово. То мне, короче, какая-то херня и не показывается левел гоблина. Ой, прикинь, а я взял и улучшал свои карты. Я не знал, что тут вот такой принцип работает. Лол. Прикольно. Лови разряд. Оп. А? Что? Оп. Так. Ну, потихонечку помпы у тебя растут, увеличивается их количество, и сейчас, скорее всего, уже надо будет действовать, да? Да-да, когда 2 минуты останется, я уже начну. Окей, я вообще... А ты дефайся просто вот... О, все. Пошло всё. Дело. Так, ладно, начинаем. Гигант пошёл. Дефайся. Я дефусь, ты не переживай. Откуда мне гоблины сбрасывать? Это у меня лишние карты, их офигеть как много. Не подпускай, чтобы они подошли близко. Вот сделай так, чтобы они не дошли, мостик. Оп. Понимаешь, мне просто карты некуда сбрасывать. О, не! Стойте! Стойте все назад, гоблины, вы чё?
Мне, короче, тут как-то безвыходно. Ну да, еще. Походу нужен будет дубль 2. Не, нормально. Ребятушки, вы напишите в комментариях, сколько там у нас получился гоблинов создавать. Вот, и тоже сами попробуйте сделать вот такую вот. Если вы даже и будете это делать, то тут нужно немного распланировать, как вы именно будете выпускать юнитов. И скорее всего, в ваших соперниках тоже должен быть человек, у которого есть эликсир. Вот эти вот помпы с эликсиром. Потому что, ну, мне сейчас просто-напросто нужно было сбрасывать всех юнитов, но я не мог этого сделать, так как я просто ломал бы. Мне бы не хватало эликсира. Ну, надо экспериментировать потихонечку. Во. Вы ну тоже да. Попробуйте вот это небольшой челлендж. И вот, напишите и... результат, да, сколько да, да. У вас гоблинов получится создать таким образом. Угу. У нас вот получилось, ну, там в районе 20, может, 30 штук. Ну, сейчас подписчики напишут, сколько там у нас получился. Да. Ладно, ребят, давайте на этом закончим наш сегодняшний ролик. Не забывайте, ребятушки, про лайки. Напоминаю, что вот, если вы поставите лайк, то вам выпадет легендарная карточка. Вот из какого-то... Календарная легендарная карточка. Да, легендарная карточка. И, конечно же, ребят, подписывайтесь на наши каналы, на мой канал, на канал Рудника. Ну и, в принципе, как-то так. Всем удачи, всем пока-пока-пока, ребята. Всем пока, ребята.